Магазин золота и премиум танков worldofcard.ru. Доверься своей интуиции и выиграй ценные призы. Ссылка в описании. Десяточки. Мяса особого нет. Все тяжи такие боевые, как бы два хэвика, 2-2-7-7, суперкони 7. ПТшки тоже боевые. Никаких тебе, не знаю, якпанзеров. Привет. Поздравляю. Аноним, спасибо большое. Спасибо большое. В последнее время очень круто канал развивается. На любой вкус. Соседу ничего не надо сверлить. Он мстит за Годзиллу. Да, аноним, мы уже шутили такую шутку, но... Дело в том, что сверление было еще до Годзилл. И это сверлят сверху. А слышно, наоборот, обычно снизу. Типа, нам не слышно соседей снизу, а верхним соседям, соответственно, нас не особо слышно. Так. А еще шляпы, как боярские, теперь можешь носить. Будете у нас на Колыме, спасибо большое. Да это куча, куча преимуществ, да? Еще шампуня меньше использовать надо. Вообще, одни преимущества, действительно. Маловато здесь. Здесь позиции круче, что тут, что я могу сказать. Блин, нас... арта у них умерла. Это просто замечательно. Блин, выше полетело, чем нужно. Е4, что ты делаешь, братан? Ты что делаешь? Да наглеешь так. Ну вот он стоит. Нормально Е4 сделал, да? У нас теперь на один танк меньше. Интересно, так и будет на катке? Да, так и будет на катке, по крайней мере, пока что. Shifting, уже все. Я бы тоже побрился, если б не жена и работа. Назад надо откатывать. Это не так много здесь поддержки, как хотелось бы. По 7-7 верхний вроде живет. Эвик еще сюда приехал. Блин, ну я не знаю, мы здесь втроем держим 6 танков, ладно. Трое против 6. Это вообще законно? Да-да-да, вот 277 психанул, типа за мной, говорит. Нормально. Держим. Просто как мы это держим? В
втроем против 6 танков. Причем у них хпшек нормально достаточно. Было, по крайней мере. Хотел в орудие. О да, детка. Они еще друг друга убивают. Они еще друг друга убивают, короче. Даже поголубел. Знаете, в чем прикол самый главный? В том, что я фуловый. Я не потерял ни единого хп. Просто ни единого. Блин. Пробил, к сожалению. 7500, 6500 натанкованного. Втроем против 6 танков. Почему бы и нет? Просто почему бы и нет? Блин, жалко, что здесь союзников теперь так много. Можно мы опять будем втроем против 6? У меня хп еще более чем достаточно для этого. Свечусь, наверное, слева кто-то. Тут РХМ стоит. Это абсолютно точно. Да-да-да, я понимаю. Успею отдать по грилю. Гасом получилось. Блин, он... А, это СТРВ стоит, а не РХ... А, РХМ наверху. Блин, я сделал попадание. На 200 хп всего лишь. РХМ наверху, СТРВ здесь стояла. Ну, девяточку дал. Девяточку дал. Почему бы и нет? Ну вот, вот уже средуха больше 5000. И я, ребята, я до сих пор фуловый. Без потери вообще... Без малейшего потери, без малейшей потери хп. 9600 натанкованного. Это был кларнетист, а не аноним. Спасибо большое за соточку. Сейчас, сейчас отвечу. Вторая степень, ну, просто слабенько слишком для мастера. Это пока что вторая степень. Но у меня был бой меньше урона, зато 1300 опыта плюс. Фрагов мало сделал. Ну да, фрага, 3 фрага всего лишь.